Всем привет! Сегодня мы будем готовить торт на Новый год. Вот такую красивую елочку. Сначала готовим бисквит. Разбиваем яйца. Добавляем щепоточку соли. И на небольшой скорости начинаем взбивать. Буквально пару минут. Продолжаем взбивать. Скорость прибавляем. И на максимальной взбиваем и посыпаем постепенно сахар. Вот посмотрите, до какого состояния должны быть взбиты яйца. Вот они очень пышные, плотные, даже рисунок остается и не растекается. Теперь к муке мы добавляем ванилин или ванильный сахар. Все хорошенько перемешиваем и в несколько этапов подсеиваем, примерно в 3-4. Немножко подсеяли, аккуратненько лопаточкой вмешиваем муку вот такими движениями снизу вверх, очень аккуратно, чтобы у нас яйца не опустились, остались вот в такой пене. Противень застилаем пергаментной бумагой. У меня он большой, такой стандартный от духовки. Духовка прогрета на 180 градусов. Выкладываем тесто. Все разравниваем. Немножко постучали, чтобы тесто более равномерно разошлось. Отправляем выпекаться примерно 20-30 минут. И в самом начале обязательно духовочку не открывайте, чтобы у вас бисквит не опустился. Бисквит проверяем на готовность зубочисткой или деревянной шпажкой. Тесто не должно оставаться. Теперь достаем из формы и оставляем остывать. Теперь из бисквита мы будем вырезать основу. Можно использовать вот такую разъемную форму. Можно взять какую-нибудь тарелочку или крышку. Остальной бисквит мы нарезаем вот на такие небольшие кусочки. Готовим пропитку. Для этого нам понадобится полстакана холодной кипяченой воды. Добавляем сюда сахар и коньяк. Примерно пару столовых ложек. Либо вместо него можно взять ром, ликер или какой-нибудь сироп. И вот этим пропитываем бисквит. И основу для торта. И вот эти все кусочки нарезанные. Мы пока будем готовить крем. У меня это сметана масляный, понадобится масло комнатной температуры, очень мягкая. Сметана у меня магазинная, поэтому я ее предварительно отвешиваю вот таким образом в марлечку. И она должна у вас несколько часов полежать, чтобы вы понимали, вот видите, сколько лишней жидкости стекло. Если этого не сделать, то у вас крем просто не получится, будет очень жидкий. И сахарная пудра. Масло взбиваем. Оно должно стать слегка белым. К сметане добавляем сахарную пудру и также все слегка взбиваем. Теперь мы все это соединяем и перемешиваем. Часть крема я отложу примерно 1/4, вот так где-то.
И теперь начинаем собирать торт. На основу наносим крем. Сюда же вы можете сделать любые дополнения. Например, орешки или ананасы, как Санчо Панчо, вишню, сухофрукты. Выкладываем бисквит. Сверху крем. Орешки, если будете добавлять. Снова бисквит. Снова крем. Крем, который я оставляла, я его подкрашу пищевым красителем зелененьким. Ну, в принципе, это не обязательно. Если у вас не найдется краситель, можно и белым оставить. И вот так вот мы сверху промазываем. И для украшения будем нарезать киви. Вот посмотрите, какая у нас елочка получилась. Тортик мы пока отправляем в холодильник. Мы пока подготовим последний штрих. Желатин замачиваем в холодной кипяченой воде. Он должен разбухнуть. Примерно 30-40 минут. Смотрите инструкцию. Желатин набух. Теперь нам нужно его подогреть, не доводя до кипения. Он просто должен раствориться. Сюда добавим немного сахара, чтобы подсластить. И теперь аккуратненько промазываем. Вообще киви, конечно, не очень хорошо сочетается с желатином. Идеально, если у вас будет кондитерский гель. Но так как у нас простой домашний вариант, поэтому мы используем желатин. Просто чтобы фрукты у нас не заветривали и остались такими свеженькими и красивыми. Делаем это в несколько слоев. Вот покрыли первым слоем и отправляем в холодильник, чтобы он застыл. После этого достанем, еще одним слоем покроем. 2-3 слоя будет вполне достаточно. После того, как последний раз последним слоем покрыли, можно украшать. Для этого хорошо подойдут вот такие кондитерские посыпки. Можно взять и орешки какие-нибудь, сухофрукты, цукаты какие-нибудь яркие.
И вот такая красота у меня получилась. Вот такая нарядная на праздник к нам пришла. Тортик обязательно нужно поставить в холодильник, чтобы он пропитался. Желательно на ночь, ну, хотя бы несколько часов по возможности. Теперь отрежу кусочек, покажу в разрезе. Режется он точно так же, как любой многоярусный торт. То есть примерно на 2-3 части визуально делите и таким же образом отрезаете кусочки. Вот такая красота получается. Очень вкусный, как и любой хороший бисквитный торт. Обязательно приготовьте, побалуйте себя, своих близких в эту праздничную новогоднюю ночь. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.